В Одессу прибыл очередной спецборд санавиации ВВС Украины. Самолет АН-26 доставил 12 раненых бойцов, из них пятеро тяжелых. По словам волонтера Андрея Танцюры, большинство военных получили пулевые и осколочные ранения разной степени. Теперь бойцами будут опекаться врачи военного госпиталя. Все желающие помочь в лечении и реабилитации военнослужащих могут отправить деньги на карту волонтера. Номер счета вы видите на своих экранах.